Это легендарная катка, слышишь? Найс! Мне интересно, сколько нам дадут, если мы прям выиграем катку? Там, наверное, плюс 100 должно дать. Чего? Что это? Мы снова на GG Standoff. На сайте вышло новогоднее обновление, в котором добавили новогодние кейсы, из которых падают очень крутые скины, а также токены, которые можно использовать в игре ивента. Чем выше вы поставите токенов, тем больше шансов у вас победить. Для любителей халявы GG Standoff запустили акцию «Зимний скинопад». Вы получите 3 скина в подарок при депозите в 300 рублей. Также не забывайте про бесплатный барабан бонусов. По моему промокоду вы сможете крутить барабан второй раз, а при пополнении по моему промокоду вы получаете хороший бонус. Ссылка на сайт и промокоды ждут тут вас в описании. Так, стартует киберспортивная каточка, и всем привет, братва. Сегодня мы с Алисом будем стараться выиграть 2 в 5. Сейчас у нас Алекс и Джаз будут ливать, и мы будем пробовать свои силы 2 в 5 против глобовых каких-то киберспортивного клана. Так, летим куда? Давай мид, сразу залетим. Давай. Подсадку надо делать по-любому. А, меня... Они жесткие, забей, отступаем. По нашей тактике в темку надо залететь. Рабочая тактика. Красава. Отлично, так. Лучший. Хелп. тут еще двое. Уходим. Так, я буду пытаться сейчас минус дать. Бомбу ставлю. А, я не смог минус дать. Давай, тащи, поставь бомбу и все, и тащи. Всё. Да нет! Это лагает! Я не могу. Так, ну я думаю, сейчас надо запотеть, потому что тут намного потнее каточка, чем хорошая будет. Это двое еще, ё-моё, нифига, они там просто... Патроны кончились! Боже, что за фигня? Их ты просто как муравьев, короче, они убегают со всех не, сторон. Не, слышь, это камбэк будет за ментов. Один обход. Они... Вдвоем выпрыгнули, короче. Так, найс. Мужик? Это твое, 100%. Найс. Нифига, это тир просто. Тир. Это разминка, слышишь? Это по ботанку вот стреляю, бегу. А! Найс. Так, нифига себе. А, нет, он Тёмка. Тёмка вышел. Найс! Изи. Просто... Просто изи клатч 1 в 5. Просто 1 в 5, я не знаю, как ты это делаешь. Как они? Почему они на Б? На! Так, один. Надо было их пропустить. На КТ. Там двое было. На! А, просто найс. Что за клатч тут происходит просто в этой катке? Это просто легендарные пацаны клатчи какие-то и катка легендарная. В каждом раунде, короче, клатчи происходят. Ну ты. Да он достал, алло. Дай видос записать, почему. Почему так? Я не могу играть, блин. А это сильно слышно? Ну, в ДС, да. Найс. На записи, значит, тоже. Значит, я бы не угорал. Там такой звук просто, блин, угорал. Это как будто, знаешь, кто-то из Майнкрафта стучится к тебе в дверь. Да. Да он достал, Алёша. Стреляет там что? А, нет. Боже, аккуратно, они за километр могут зарезать. А, меня откидывает еще на них. Отступаем. Отступаем, нафиг. А бомбу идут планить. Все, надо влетать. Влетаем. Нет, тихо. Я влетел. Тихо, опасно. Я пошел за бомбой. Раз. Давай. Дефай. О, боже. А, ну... Да, понятно. Боже. Ну, ясно. Они нубы. Не, на их не вижу вообще. Красава. Так, блин, ты они все. Они все у тебя. Лоучпи двое. Один, точнее. Или хз сколько. А! Чё? Ладно, ничего страшного. Мне, кстати, интересно, сколько нам плюс дадут, когда мы вдвоем играли против пятерых? Сейчас чекнем. Офига! Что? Нам за 3 раунда плюс дали. Это просто жесть какая-то, слышишь? А им минус, походу. Пацаны. Задолбал он сначала, придурок тупой. Я думаю, еще одну можно. Это вообще какой-то разнос. Надо в проходе их принимать. Давай. Принимаем, а! Боже, меня за километр режут, забей. Я убил. Твой раунд. А это кто? Чё? Это кто был?
Не понял. Это кто стоял? Я офигел. Я думал, кого они убили вообще. Они пишут за бифом 40, но я тоже с другой. А, ну я сейчас обойду их с ножа, почикаю, чтобы честно все было. Они меня вычислили. А, там нету М40, но он обманул все. Я за это их наказал. Они все с М40 остались. Это Изи Клач. Найс и слева. Найс! Да, просто просто лучше. Тут, блин, только двое были с М40. Что за фигня, алё? Не, за обман, пацаны, мы будем 10-0 делать. Даже если у нас счет 1-1, но 10-0 все равно будет. Тихо. Вычисляю. Вычисляю. Все, отлично. Что, у нас плюс, считай, короче. Все, мы уже в плюсе. Можно расслабиться тогда. Кстати, да, пацаны, секретный лайфхак. Если мы выигрываем против пятерых 3 или 4 раунда, нам уже дают дикий плюс. Мне интересно, сколько нам дадут, если мы прям выиграем катку? Там, наверное, плюс 100 должен дать. Чего? Да, по факту. Почти. Наказал. Че, вот тут, найс. Наказал. Везде. Ой, психи. Ой, блин, я хотел двоих наказать, но Но они зажали тут. Я сейчас Сарика накажу их за все плохое, что они сделали. Гоем 40, пожалуйста. Да, блин, а мы не вытащим из 40. Гоем 40, они нас байтят. Мы и так вдвоем играем. Они еще нас хотят забайтить, чтобы мы сливались. Да, да. Они с калашами будут на нас выбегать, как психи. Это мид? На. А, что? Как он подо мной оказался без звуков? Что за бред? Давай я дефать буду. Да. Сверху. Убили. Найс, еще. Сзади. А, чё? Боже, как он оказался? Это жесть какая-то. Он как будто сидел полраунда и ждал, пока его все тиммейты сольются, чтобы нас убить. Пишет, наказываем за ложь. Но мы за это, в принципе, сейчас их и наказывали 3 раунда подряд. Чекай. 300 IQ смог. Это ай. Найс! Крестован, найс! Нафиг, просто наказал. О, нифига, я еще смоук кинул прям под бой. Я не знаю, мы что-то вторая катка уже, предыдущую мы почти выиграли, конечно, там тоже плюс нам дали, но в этой катке нам вообще величайший плюс должны дать по сравнению с той. Мид ножи. Вы обманете, я им напишу, чтоб они это давай, знали. Давай. Коленемся пишут. Да, конечно, они там пару челов, блин, выполняют условия, а остальные... Так, я под Б заходил. Убил двоих. Откуда взялся молодой? Так, накажу последнего. Наказал. Жесть, мы походу эту катку выиграем. Я прям чувствую, что Чу не справляется с нашим наплывом скилла. Давайте хотя бы хорошую новость мы в видосе. Найс. Блин, мы вдвоем как 5 человек играем. За 5 чисто. Так, я пойду на разведку. Все, я... Наказал на разведке. С двери, по-моему, еще один. Наказал, найс. Это просто жесть. Это легендарная катка, слышишь? Мы, блин, я не думал, что мы со второй катки вынесем 5. Капец, вы киберспорта не пишет. Блин, он тут сейф. Там еще. Ух, нифига, тихо. Как он тут оказался? Боже, почти. Нет. Не, у них, конечно, блатные счета. 2, 2, 10, 3, 9. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5. Не ГГ. Уф, нет. Найс. Справа. Да, блин. Неплохо. Они поняли тактику, как против нас играть. Они, походу, в пятером. Да. Нифига их там, алё. Опасно. А, блин, вообще какой-то замес лютый происходит. Со спины еще. А, нет, со спины. Убивай их. Да, блин. Убил. Красава. Убил. Красава. Убил через дверь, найс. Nice. Залетаем. Давай, да. Это легендарно, если ты выиграешь. Найс. Nice. Мне интересно, сколько нам дадут сейчас? Понял. Найс. Чего? Что это? Сотка. Меня апнули сразу на следующее звание. А ну-ка, мне апнут? Интересно. Хочу апаться. Найс. Сколько тебе дали? Сколько тебе дали? Мне плюс 77, а тебе? Плюс 81. Короче, пацаны, забейте на 5 на 5. Теперь можно 2 на 2 просто. Ой, 2 против 5 играть и всегда повышаться будете. Короче, пацаны, ставьте лайк на 30 или 25 тысяч лайков. Короче, новый видос выходит, поэтому все, ставьте лайк и всем пока. Спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал. Во время монтажа этого видоса у меня просто возникла гениальная идея записать 2 в 5 только с М40. Поэтому, братва, если хотите видеть данную идею на канале, ставьте на этом видосе 30 тысяч лайков и я обязательно сниму. А пока что всем удачи и пока.